Йоу, всем здарова, народ, у микрофона я, Фланери, и это долгожданный видеоролик о том, как меня снесли, и о том, почему же администрация через сервер работает по блату и против меня. Но ты бери сок, печеньки, но я не буду медлить, let's go. Дело началось с того, что я покупал у своего друга семью за 2 миллиона виртов. Я положил на склад семьи 2 миллиона, он их взял и передал мне семью. Я думал, что на этом все, но на следующий день я вижу на форуме жалобу на моего друга об обходе системы от какого-то левого человека с голода. Я этому не принял значения, но на следующий день я отлетаю в бан. Тупо сидя в шоке от этого, я не понимаю, за что меня забанили. Я захожу на форум и вижу такое сообщение. Здравствуйте, уважаемый игрок. Данный нарушитель будет наказан по регламенту 2.21. Запрещено пытаться обходить игровую систему. В непонятках я пошел писать жалобу на администратора, но ее отказали, и вот что мне ответили. Добрый день, уважаемый Кристофер Фланери. Наказание выдано верно, закрыто, рассмотрено. И тогда я был слегка в шоке от того, что жалобу отклонили. Но ведь жалоба была написана от третьего лица и от человека совершенно другого сервера. Это даже написано на форуме, что жалоба от третьего лица отказывает. Через несколько часов я написал еще одну жалобу на администратора, и вот что мне ответили. Ответ был дан в этой жалобе, отказано. Но какой ответ был там дан, непонятно. Еще чуть-чуть позже я решил написать обжалование, что меня заблокировали по ошибке, и от этого ответа я был просто в шоке. Добрый вечер, уважаемый Кристофер Фланери. Внимательно ознакомившись с вашим обжалованием, было решение, что вам нужно обратиться в раздел жалоб на администрацию, отказано. Походу администрация направлена против меня, и я смирился с этим и пошел спать. На следующий день я вспомнил и решил написать жалобу на технического специалиста, но мне ее отказали. Что я только не делал, чтобы меня разбанили. Я даже писал СГА в ЛС, но все черт. Мирившись с этим, я начал ждать моего разбана. Ну, как считаете, по правилам ли меня заблокировали? Напишите в комментариях, но на связи был Фланери. Пока.